Всем привет! Вы на канале Цветик Семицветик. Сегодня я вас научу, как сделать из обрезков фоамирана вот такую гирлянду. Нам потребуются самые разные обрезки фоамирана. На этих обрезках нам надо разметить кружочки разных диаметров. Чем больше, тем лучше. Теперь нам надо их все вырезать. Каждый кружочек нам надо прогреть на утюге до придания ему объемной формы. Поскольку кружочки небольшие, я использую зубочистку. С ее помощью удобно держать кружочки на горячей поверхности. Должно получиться очень много выпуклых кружков. Теперь я их разложу парами. Так, как они будут расположены в гирлянде. Возьмем тонкую вязальную нить и, надев один кружочек на зубочистку, смазав его контур термоклеем, приложим к нему вот эту нитку посередине вот так. Вторым кружочком из этой пары накроем нитку и дадим клею высохнуть. Также поступим со всеми другими выпуклыми кружочками. Я буду чередовать кружочки так: большой-маленький, большой-маленький. Расстояние между кружочками у меня приблизительно 1 сантиметр. Делать такую гирлянду – работа кропотливая. Ее длина зависит от вашего терпения и желания. Но я уверен, у вас все получится. Ну а я продолжу клеить гирлянду до нужной длины. Все, наша гирлянда готова. Замечательную гирлянду мы с вами изготовили. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока-пока!